Всем привет! Я сегодня созрела на групповую посадку двух фаленопсисов. Это леди Маргарет, которая повторно цветет из своего цветоноса, и детка моего чемпиона, он тоже нежно-розовый. Вот, решила их сгруппировать и посадить в один горшок. Очень интересно, что из этого выйдет. Грунт эффект био. Так. Сначала леди Маргарет, я думаю, потому что она на бок заваленная. Попробуем ее достать и усадить. Грунт, не знаю, сейчас посмотрю, какой здесь он, но в принципе проблем не было с цветком, поэтому думаю, что здесь все в порядке. Ну-ка. Узорчатая бутылка. Вот. Корешки видно, что все классные, все в порядке. Уже сдавленные, им там было тесно. Вот с таким вот замечательным веселым хвостиком. Ножки, видите, классные. Сейчас я их попробую тут вот так разместим. Вот она отлично становится. Так. Кстати, не боюсь пересаживать цветущее растение, но оно абсолютно здоровое. Не знаю, бывает, что ругаются, зачем вы это делаете без надобности. Ну, мне сегодня так захотелось. Это вот корешки моего чемпиончика, деточка моя. Очень классные корешки, прям, я не знаю, это агроперлит, кстати, вот я его использовала при посадке. Ну, как видите, очень нравятся мои орхидеюшки. И сюда давайте ее сейчас по соседству пихнем. Сложный, однако, процесс. Либо надо горшочек побольше еще чуть-чуть выбирать. Ну, думаю, сейчас я его подрасправлю. И все поместится у меня. Очень надеюсь на это. Я просто в предвкушении общего, совместного их цветения. Вот просто вообще, не знаю, вот эта нежная леди Маргарет и мой чемпиончик, который тоже цветет розовым, нежно-розовым. Вот так как-то их совместила. Заглублять не буду, но в принципе я это и невозможно. Обратно все их вот это вот загружаю. Тут, кстати, вот тоже еще осталось с тем же агроперлитом. Все, я думаю, леди Маргарет даже не заметит пересадку. Единственное, может, ее посмущает новый сосед. Кстати, детку уже пересаживаю третий раз. Она уже, наверное, устала от пересадок. Все, никак я не определюсь, что я хочу, где ее и как ее содержать. Ничего. Зато как это клево. Ну, конечно же, мох. Его осталось у меня тут немножко. Мох обычный. Распределяем. Так, вот, примерно так. Ну, и сейчас я
пролью, чтобы мох красиво лег. Такая у меня красотища получилась. Ну что, желаем ему удачи.